Ремонта в этом подъезде дома 54 по улице Пензенская не было давно. 10 лет назад покрасили и забыли, рассказывают местные жители. За это время здесь все заметно обветшало. Капитальный ремонт по региональной программе здесь должен пройти только в 2022 году. Но прошлой осенью жители приняли активное участие в выборах. Голосовали, говорят, всем домом. И теперь ждать 7 лет не придется. В ближайшее время здесь будет произведен ремонт. Жильцы нашего дома очень участвовали хорошо. 80% люди шли на выборы. И знаем, что власть выбираем мы. К власти мы идем за помощью, обращаемся. И все-таки результаты нас слышат. Самое главное, что все делает. В плане работ – побелка и покраска стен, замена старых окон и почтовых ящиков. Всего в железнодорожном районе Самары дополнительные работы проведут в 21 доме. Чинят подъезды, крыши, фасады, благоустраивают прилегающую территорию. Виды работ жители определили сами. Они однозначно остаются в этой программе капитального ремонта. Если эти дома вошли в титульный список на капитальный ремонт по бюджету города, они также остаются. Это дополнительные работы. Всего в текущем сезоне в Самаре отремонтируют 204 дома, в которых в сентябре 2014-го проголосовали более 80% жильцов. Поощрять такую активную гражданскую позицию продолжит и в 2015 году. Алина Чемерис, Лариса Шалафат, Павел Пресняков. События.